Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сейчас я вам покажу, как я решила разнообразить меню понедельника. Как я сегодня уже говорила, что так как ушло 8 килограмм, чтобы сильно резко не худеть, я решила немного менять блюдо, добавлять кое-что, но от основных продуктов не отходить. Вот сегодня первый день, ну как понедельник, и у меня на обед написано «отварная капуста, 2 яйца вкрутую и стакан томатного сока». Я, не отходя от этого состава, сделала другое блюдо, которое мне больше нравится, чем просто крутые яйца. Но я сильно, ну как, не то что не сильно, вообще не изменила почти калорийность, но изменила именно само блюдо. Как я сделала? Я капусту вместо того, чтобы отварить, немного ее поджарила, припустила, ой-ой-ой, на растительном масле. От пара затуманивается. Припустила на растительном масле, для аромата добавила туда немного стручок этого болгарского перца. И там было написано в меню отварная капуста, яйцо и стакан томатного сока. Вместо стакана томатного сока я порезала томат туда. Вот у меня взяла южный загар, который хорошо сохранился. Я его порезала туда же. И туда же вбила 2 сырых яйца. И все это, пока оно жарилось, вот так вот все перемешала. И получился совершенно тот же состав продуктов, но другое блюдо. Оно мне больше нравится, оно больше вкусное. Ой, ну все, я прекращаю, все заканчиваю. Тут пар идет, у меня все затуманивается. Вот это один из вариантов, как можно, например, изменить, не меняя состав продукта, изменить блюдо понедельника. То есть, когда у нас капуста, яйцо и томатный сок, можно сделать вот так. Припущенное или пожаренное. Я вот сделала все вместе. Там и томатный сок у меня, и яйца, и капуста. Немного посыпала хмели сунели для аромата, зелень. И получилось очень-очень вкусно и полезно.